сегодня мы открываем мою передачу с новой рубрики. Называется она «Сенсация и гипотеза». Мы будем ее вести впредь с Сергеем Курехиным, известным политическим деятелем и киноактером. Будут у нас разные персонажи участвовать в нашей передаче. Актеры, музыканты, композиторы, депутаты, ученые, маги, волшебники. Ну, в общем, развлекать нас будут все. Цель этой рубрики – это совершенно новый подход к хорошо известным историческим событиям нашей страны и вообще всего мира, и хорошо известным фактам. Вот один из таких фактов, который проливает свет на одну из тайн Октябрьской революции, послужил поводом для нашей сегодняшней передачи. Сейчас, находясь в Массачусетском институте технологий, это знаменитый институт, который финансируется и государственными, и частными компаниями, который занимается исследованием в области новейших технологий, мне показали одну лабораторию, которая занимается изучением акустических свойств грибов. И выяснилось, что гриб дает те же самые акустические свойства, что и дает радиоволна. Понимаете? Это совершенно невероятно. То есть гриб дает те же свойства, что дает неосязаемая радиоволна. То есть гриб, в общем-то, если говорить так грубо, если чтобы понятном языке, гриб – это радиоволна. Это не захеревший в лесу фалос, это не растение, это не животное, это радиоволна. Мухомор тоже обладает личностью, а внутри одной персоны не может существовать две личности. И уже доказано, что личность мухомора гораздо сильнее личности человека. То есть человек, который с детства принимает грибы, мухоморы, то они потихонечку становятся его собственной сутью и вытесняют в него собственную личность. То есть человек потихонечку превращается в гриб. И в радиоволну. И, соответственно, в радиоволну. То есть человек становится и грибом, и радиоволной в едином облике. Понимаете? И сейчас я вам скажу то, что самое главное, к чему я все это веду. О том, что у меня есть совершенно неопровержимые доказательства, что вся Октябрьская революция делалась людьми, которые много лет употребляли соответствующие грибы. И грибы в процессе того, как они были употребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом. Грибом, более того, он был не только грибом, он был еще, помимо всего, радиоволной. Понимаете? Дальше. Сейчас я вам покажу вещь, которая меня сначала просто вела в состояние шока. Это что-то невероятное. Сейчас я вам продемонстрирую одну из схем, и вы поймете, насколько важно. Вот посмотрите. Это броневик. Хорошо нам известный броневик, на котором Владимир Ильич выступал. Это разрез броневика, это его внутренняя часть. А теперь обратите внимание. Это мухомор, а это грибница. Обратите внимание, что грибница и броневик в срезе своем практически идентичны. Обратите внимание, практически все построено по очень похоже принципу. Даже дверь есть. Но не дверь, это какие-то определенные поры, соответствующие, находящиеся в грибнице, которые содержат влагу и содержат выжимку из тех полезных ископаемых, которые необходимы для питания мухомора. Понимаете, совершенно одно и то же. Я могу даже на основании этого предположить, что у нас нет верхушки. Верхушка – это, собственно, Владимир Ильич. Вот. Идентификация Владимира Ильича и мухомора. То есть, если броневик – это грибница, то мухомор – это Ленин. Дальше. Другие факты. До сих пор все исследователи не могли прийти к единому мнению по поводу псевдонима, который взял себе Владимир Ильич – Ленин. Понимаете? Потому что существует несколько точек зрения. Почему он взял себе такой загадочный псевдоним? От реки Лены, кажется, да? Что? От реки Лены. От реки Лены. Ну, там очень много. Ленские события, все что угодно. Я могу совершенно точно сказать, если прочитать имя Ленин справа налево, получится слово Нинел, а точнее Нинель. Понимаете? Нет. Нет? Дело в том, что, я думаю, вы знаете, что просто Нинель – это знаменитое французское блюдо, приготовленное из грибов, приготовленных особым способом. Что это такое? Нинель. Да. Понимаете? Дальше, смотрите. Вспомните замечательную фразу, которую Ленин говорил, слушая пассионату. «Божественная нечеловеческая музыка». Само по себе это уже говорит о каком-то особом восприятии музыки. Божественная нечеловеческая музыка. И если еще попринять во внимание, что ее написал Бетховен, а Бетховен, как вам известно, переводится как «грибной дух», «бет», «грибной ховен дух», то тогда тоже возникает определенная связь. Понимаете, все укладывается. Дальше. Я хочу вам предложить знаменитый рассказ Хармса, который тоже, в общем-то, взят не с потолка. Вот, пожалуйста. Короткий рассказ, который тоже практически подтверждает то, что я вам говорил.
Ленин в детстве очень любил грибы. Бывало, наберет полную корзину, почистит, отварит, ест, да столько съедал, что и Пушкин не смог столько съесть. Но больше всего Ленин любил мухоморы, большие, красные. Как увидит, так сразу блеск в глазах, весь сам не свой. Вот, пожалуйста, рассказ Хармса. Посмотрите на секундочку вот сюда. Видите, какой-то Ленин постоянно с разными людьми. Посмотрите внимательно. Вот справа стоит мальчик какой-то. Мы еще к нему вернемся. А вот он снова. Да, вот он снова, видите. У Ленина все время какой-то мальчик рядом. Так, вот видите, мы перешли на другую часть фильма. Опять тот же самый мальчик. Видите, вот он, вот прошел. Немножко уже по-другому стрижен, но тот же мальчик. Вот еще кадры, опять. Я даже не обращал на это никогда внимания. Подождите, вот еще кадры те же. Видите, тот же самый мальчик. То есть, спасибо большое, остановите, пожалуйста. Видите, дело в том, что с Лениным рядом постоянно находится какой-то мальчик. Саша находился при Ленине неотлучно, потому что это был единственный человек, который знал каждую тропку. Он знал все грибные места и водил Ленина по этим грибным местам, как вы могли убедиться из фильма. Это никакие не домыслы.